Арему, но пойдем скорее. Мама, куда мы торопимся? Сейчас в храме начнется богослужение, посвященное Кришне. Я буду танцевать Кришна Шабдам. Танец о Кришне. Кришна, ой, мама, почему ты меня так нарядила? Потому что я хочу, чтобы ты был похож на маленького Кришну. А что такое Кришна сделал, что в нем все говорят? Это был очень необычный ребенок. Это аватар бога Вишну, который пришел защитить мир от злобного демона Кансы. Когда он был маленьким, он проказничал так же, как и все маленькие детки. А как он попался? Ну, как и ты, он иногда не слушался свою маму. Тебя? Да нет, свою маму, Яшоду. Она звала ему, а он убегал. Хотела покормить, а он вредничал и отказывался кушать. А как еще он боролся? Ну, например, Яшода готовила для него ароматную сандаловую пасту, чтобы вымазать его. А он вредничал, кривлялся и убегал от нее. А что было потом? Когда он вырос, он стал таким сильным, что мог победить полчища врагов. И все? Он стал таким красивым, что все девушки не могли отвести от него взгляд. И все? Он стал превосходным танцором. Ой, я тоже буду красивым и буду танцевать. Конечно, Муна, но сейчас нам нужно торопиться. Скоро начнется представление, мы не должны опоздать. Один Кришна. Какое удивительное дело. Кажется, сегодня все малыши деревни нарядились маленьким Кришной. Ришмаджи, разрешите мне доверить вам моего маленького Кришну? Мне нужно подготовиться к выступлению. Конечно, конечно, иди готовься. А вы, мои дорогие Кришны, порадуйте меня, расскажите что-нибудь, кто хочет. Я. Хорошо, расскажи. Диски гагум лалибал, диска нам нанвелал, гувардана гиридари, диску катему ради, вумакан чурана вала, гупику начана вала, муду суду нуканея, диски аке бульбулея. Какое замечательное стихотворение, описывающее Кришну. Но, мои хорошие, мне кажется, я уже слышу звуки музыки. Церемония начинается, нам надо спешить в храм. Yadu Vamsa Sudha Madhi Chandra Yadu Vamsa
Thank you.